телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки рассказывают, почему опека может не разрешить продать квартиру с детскими долями. Пока ребенку не исполнилось 18 лет, для продажи его доли в квартире или доме требуется разрешение органов опеки. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Опеке важно, что получат дети после того, как будет продано их жилье. Отказ вероятен, если новое жилье приобретается в строящемся доме, квартира в ипотеке, нет согласия второго родителя и в том случае, если жилье покупается дешевле предыдущего. Иногда родители хотят продать квартиру, чтобы построить дом. Опека может отказать на том основании, что дом строить негде, а значит, сделка рискованная. Дети могут остаться без жилья. О необходимости соблюдения правил использования газа в быту напоминает в телеграм-канале Кировского района. При появлении первых симптомов отравления угарным или бытовым газом нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода, немедленно вызвать скорую помощь. При подозрении на утечку газа незамедлительно позвонить по телефону 04 или 104, а также по телефонам экстренных служб 01 101 112. Берегите себя и своих детей и будьте осторожны. В 2022 году удалено и заблокировано 11 900 мошеннических сайтов, информируют в телеграм-канале промышленного района. Такие ресурсы создаются для кражи денег или персональных данных пользователей. Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов. Доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда. Если вы столкнулись с любым видом мошенничества в интернете, обращайтесь с жалобой в электронную приемную МВД. 16 января в 19 часов в Доме офицеров состоится творческая встреча с поэтом-писателем Александром Пелевиным и скрипачом Петром Лунстромом, говорится в телеграм-канале Ленинского района. Они стали живыми символами культурного возрождения России в условиях СВО. Тема Донбасса и события на Украине красной нитью проходят через все их творчество. Петр неоднократно ездил в горячие точки СВО, выступал перед бойцами и командирами на передовой. Встреча пройдет в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к победе». Вход свободный.